Привет, друзья! Создание точки восстановления системы. Вам надо зайти в панель управления. Давайте, для того, кто не знает, создадим, войдем. Внизу вот панель ваша. Набираем поиск. Это вот значочек с кружочком, лупа. И пишите две буквы. Панель управления вам надо. Пишите панель управления. Нажимаете панель управления. Почему именно этот вариант? Потому что другие варианты мне не подходят. И также может другим не подойти. И нажимаем центр безопасности. И теперь нам надо настроить восстановление системы, да, точку восстановления. Нажимаем точку восстановления. И сначала настраиваем, просматриваем. Настройка восстановления системы. Так, проверяем. Делаем, выделяем диск C наш. И сначала просматривайте настройка, сколько вам там надо гигабайт оставляете для настроек. Окей. И теперь нажимаете создать. Называете точку. Я это создаю. Просто моя точка и все. И число, чтобы не путаться. И создать. Все, точка восстановления сегодня успешно закрываем и сразу же проверяем. Окей. Нам надо проверить ее. Нажимаем запуск и восстановление системы. Далее. И вот ваши точки с числом и месяцем. На этом все, друзья. Все пока-пока. И теперь, если вам надо будет восстановить, вы просто нажимаете и восстанавливаете свою точку, которую вы создали. Вы можете 5-10 их создать.